Холодная ноябрьская погода не стала помехой для десяток семей, которые пришли в парк Дубки. Здесь проходят гуляния, которые посвящены одному из самых теплых праздников – Дню Матери. Организаторы подготовили насыщенную программу, а потому было задействовано множество интерактивных площадок. У нас сегодня проходит фотозона, у нас сегодня здесь мастерицы со своими изделиями. Также у нас проходит мастер-класс, где дети делают поделки собственными руками. Вот еще от спорткомитета у нас спортивные игры для детей. И все это в честь Дня Мамы. День матери отмечают в России в последнее воскресенье ноября. И парк Дубки в этот день традиционно стал местом, где дети и их родители смогли провести время вместе и принять участие в разных активностях. От спортивных игр до изготовления подарков и открыток. Посетители также оставили свои пожелания и поздравления, которые посвящены мамам. Мамуля, я поздравляю тебя с Днем Матери, желаю счастья, здоровья, чтобы у тебя все было хорошо, и мы тебя очень-очень любим. Дорогая мамочка, поздравляю с Днем Матери, желаю счастья, здоровья. Мама, я тебя очень люблю, и как хотела мама, я занимаюсь творчеством. Насыщенная программа в парке Дубки вызвала восторг как у детей, так и у взрослых. Развлечения продолжались до вечера. Андрей Панченко, Руслан Сафин, новости, Химки ТВ.